Никита и Полина, победители соревнований юниоров 2 по европейской программе. Поздравляем вас! Была ли эта победа сюрпризом для вас, или вы ожидали, что так будет сегодня? Нет, ничего сюрпризом. А как танцевала сегодня здесь? Легко, очень легко и, как это сказать, позитивно. Прекрасно. Как думаете, какой танец лучше всего получился сегодня? Мне кажется, фокстрот. Мне тоже так кажется, да. Какой клуб вы представляете? Расскажите о ваших педагогах. Мы представляем клуб «Максимум». Наш главный тренер Дмитрий Сергунин. Он очень хороший тренер, и мне с ним приятно работать. Мне тоже. Прекрасно. Когда мы вновь увидим вас на паркете? Когда следующий турнир? Я еще пока не знаю, но скоро. Прекрасно. Впереди еще 2 дня праздников, 2 дня выходных. Как хотите их провести? Во вторник мы хотим станцевать рейтинг. 32. Значит, танцевать и танцевать. Удачи вам. Спасибо. Спасибо за интервью.